Прошу вас всех разместиться в фойе для того, чтобы мы могли начать открытие нашего сезона 2023 года. Я не искусствовед, я буду краток. Просто вот, как всегда приходишь, хочется просто сказать, вы знаете, сразу свои ощущения. В наше замечательное советское прошлое, вы помните, была такая прекрасная серия книжная «Классики и современники». Здесь нам повезло. Вот здесь нет разделения на классиков и современников. Здесь так получилось, что вот здесь и классики, и современники в одном лице. Это здорово, что сегодня у нас есть возможность еще раз увидеть их полотна, увидеть их работы, еще раз здесь собраться, посмотреть, вспомнить прошлое, поговорить о будущем, о современном. Ну что, с открытием выставки, что я могу сказать. И всем спасибо. Здесь, в этом городе, в этом месте пересекаются, представляете, сколько традиций, да? Сколько традиций, сколько взглядов на искусство, сколько культовых страниц витебского искусства и сколько культовых людей, которые оставили здесь свою энергию. Поэтому я вообще благодарна, что вы меня слушаете. Я благодарна музею, что я могу вообще это видеть. Понимаете, потому что оказывается, жизнь так коротка, что ты не успеваешь увидеть самое главное. И что мы здесь собрались, и что мы это чувствуем, что мы чувствуем друг друга, и что мы чувствуем вот это вот очень большое искусство Витебска. Вы удивитесь, но они и сейчас создают эту среду для студентов, для преподавателей художественно-графического факультета, потому что постоянно на своих занятиях, на лекциях мы обращаемся к этим художникам. Они актуальны и сейчас, причем все, которые здесь представлены, нельзя кого-то выделить, что он бы не был актуален и не интересен для современной молодежи, современных подходов по живописи, по колористике, по композиции. Это действительно замечательно. Спасибо вам огромное. Потому что не только сейчас открылась выставка в Минске в художественном музее, мы делали персональную мировую выставку. В новом выставочном зале, в котором была выставка Пена, и после Пена Карпан, и это, конечно, тоже. И сегодня я вижу вот работы, которые действительно замечательные, пейзажи, его натюрморты. Я думаю, что действительно все его руку узнают. Конечно, очень жаль, что он тогда ушел. Да и не только Елена Могучая, она совсем молодая была. То есть мы тут можем о многих говорить. И я очень хорошо, самый первый действительно для меня художник, которого я так открыла в Витебске, когда мы сюда приехали с мужем, это был Ярич. Я хочу сказать, что спасибо большое, что работы вот так выставляются. Очень жаль, что сегодня нет еще родственников, всех, которые бы пришли и гордились бы тем, что работали взят, замечательно, художественном музее. Спасибо вам большое за организацию. Спасибо всем, кто пришел и посмотрел сегодня на эту выставку. И я думаю, все действительно мы получим истинное наслаждение от того, что такие работы представлены на этой выставке. Зорки быцем жито, житёли, сёсы, ходви, хури, Гарить Венера, Марс, Юпитер, Урал, Нептун, Плутон, Меркурий, Як ДНК созор'є неба, умонтованої програми. А життя їсть їх сьогодні треба, не здійснить їх, напевно, драма.